привет, с вами Иван. И вот я вам хочу показать на одном из примеров, как осуществляется продажа на Амазоне. То есть, как мы видим, вот поступила продажа. Сегодня 21-е. Можем посмотреть 21 число. Вот на одном примере возьмем, чтобы было понятно, как это работает. Я беру номер товара и перехожу в таблицу. В таблице я выставляю номер и вот где он находится. То есть данный товар стоит 64,87, доставка 0, 9% это налог на продажу, и у меня минимальная цена стоит 106 и максимальная 127. То есть у меня товар продался за 106,19 центов. И отсюда еще вычитывается 15% Амазона, то есть чистый доход 19,55. Открыть ссылки для того, чтобы вы увидели данный товар. То есть, как вы видите, данный товар продается за 106,18. Я его покупаю с Walmart за 64,87. Соответственно, при покупке на Walmart есть еще одна фишка очень интересная. То есть, когда я покупаю за 64,87, есть специальные сайты, ресурсы, где возможно получать еще кэшбэк. То есть при данной сумме 64,87 могут быть обратно кэшбэк там от 4% до 10% возврата от данной суммы. То есть если это будет где-то 5%, то это в районе плюс-минус там $3 с копейкой за каждую единицу возврата. Если считать вот эти $19.55 плюс кэшбэк 4-5%, то это будет в среднем где-то еще плюс-минус $3 к этой сумме. То есть вот на одной единице осуществляем продажу и получаем в итоге на 20 с лишним долларов. Представьте себе, даже при сумме $20, чтобы осуществить 5 продаж в день. 5 продаж по $20, у вас чистый доход в день $100. То есть это без приглашений, без каких-либо MLM структур и так далее. То есть это не зависит от именно кого-либо, то есть сам по себе. Но здесь, конечно, не ограничен, то есть вы можете делать и по 10 продаж, тогда уже 10 продаж по $20, то это будет где-то $200. Ну и все зависит, конечно, от того или иного товара, который у вас выставлен в Амазоне. Или как с вот этим продуктом. Копируем вот данный номер. Идем в таблицы. И вбиваем этот номер. Вот как мы видим, он высветился здесь. У нас показывает, что себестоимость 71, доставка 0. Все вместе стоит с налогом 177 и минимальная цена 116, максимально 139, но я его продал за 116, то есть чистый доход 21, не считая кэшбэка, который с этой суммы, если 71, тоже где-то в пределах $3-5 можно еще кэшбэком получить, то есть общий плюс-минус $25 доход. И смотрим на Амазоне товар, то есть вот такая детская штука, которая, как говорится, для развлечения маленьких детей. Ну и смотрим на Walmart, сколько он стоит. Вот здесь он даже стоит дешевле, $69. Еще смотрим по доставке. Так. Сейчас он загрузится, потому что думает. Ну да, доставка бесплатная. То есть вот таким образом 69, здесь можно даже скорректировать. Пишем $69. Ну даже я больше заработал. $23. То есть $23, если кэшбэк там плюс-минус $2-3, получается где-то $25-26. То есть вот такой пример. Это только, допустим, если вы продаете, как я говорил, 5 продуктов, плюс-минус $100 в день. Если вы продаете 10, то плюс-минус $200 с лишним долларов. Есть товары, вы можете зарабатывать 30, 40,
35, 10 и так далее. То есть все зависит от тех продуктов, которые вы для себя выберете. Таким образом получается возможность продажи товара с одного магазина на Amazon, и непосредственно будет возможность использования нашего инструмента Infinia. То есть это в ближайшее время будет подключено, и такой же пример можно будет делать также на eBay. Тем, кому интересно, добавляйте Skype. Все более детально расскажем, покажем, как это делается. С вами был Иван. До связи. Пока.